В составе делегации 6 человек – представители отраслевых профсоюзов поднебесной промышленности и торговли, технологий, науки и культуры. В ходе рабочей встречи состоялось подписание договора о сотрудничестве между Брестским областным объединением профсоюзов и Федерацией профсоюзов из провинции Хубэй. Перспектива дальнейших деловых взаимоотношений предполагает обмен знаниями и приобретение новых возможностей для изучения и внедрения передового опыта. Конечно, большое внимание наш профсоюз уделяет бедным людям. Значительная часть рабочих проживает в деревнях, многие из них недостаточно образованы. А сегодня важно знать свои права. Мы помогаем им в этом. Ключевая роль профсоюзов заключается в разъяснении и защите прав. Помогаем малоимущим категориям населения и людям, попавшим в беду. Дипломатическая дружба между двумя регионами началась еще 3 года назад. В 2015 году Брестский облсполком и представительство провинции Хубэй заключили соглашение о сотрудничестве. Сегодня наладили и укрепили свои связи и профсоюзные объединения. Конечно, цели, которые ставят перед собой профсоюзные объединения двух сторон, схожи, но есть свои особенности и принципы, которые коллеги будут перенимать друг у друга. Задачи перед профсоюзами стоят в большинстве одинаковые, потому что исторически зарождались они для решения как бы триединой задачи. Это работа человека, это его достойная зарплата, и чтобы он, отработав, здоровый и невредимый пришел домой. Если говорить о схожести, то уже я второй раз общаюсь с делегацией, да, там они больше внимания уделяют, допустим, переподготовке кадров. Средства профсоюзной организации идут и на переподготовку кадров, не профсоюзных даже кадров, а рабочих того отраслевого профсоюза, где они живут, где работают и где платят взносы. К слову, провинция Хубэй – одна из наиболее экономически развитых и плотно населенных в Поднебесной. Количество первичных профсоюзных организаций в ней составляет 130 тысяч. Тесное сотрудничество с новым партнером позволит открыть многие перспективы в разных сферах.